Борисовский Эдуард, Галина Руденко, Зорькина Светлана. Мы представляем рестораны «Брудершафт». У нас работает порядка 150 человек народу. Ресторан «Соха», Саратов, 32 человека. Меня зовут Мамука Топчишвили, директор, хозяин ресторана. Спасибо. Арзуманян Рузана Эдуардовна, ресторан «Жемчужина», 60 человек. Тимошок Елена, ресторан «Хмельная» номер 1, 30 человек. Австриевская Виктория, ресторан «Азиатский стиль», ресторан «Веранда», 45 человек. Цо Андрей, кафе «Сеул», кафе «Патиссер», 30 человек. Немецкая пивная «Штоллин», город Энгельс, 30 человек. Илья Фельченков, пиццерия «Бро-Бро», 30 человек. Благодаров Александр, компаньон сервис, гостиница «Богемия», ресторан «Палермо», 59 человек. Величка Галина, кафе «Бар Ред Фокс», 10 человек. Целыковский Алексей, ресторан «Белиссимо», 13 человек. Сеть кофеен, кофе, шоколад, паб номер первый, Irish Pub, Apas Pub. У нас работает в общей сложности порядка 300 человек. Юрий Журин. Максимова Ольга. Бар «Жигули». Пивная «Штоллин». У нас работает порядка 180 человек. Кафе «Полиглот», Галоев Андрей, 10 человек. Кафе «Арабелла», Михайлова Анастасия, 15 человек. Мы хотим работать. Мы представители общепит Саратовской области. Рестораны, кафе, столовые собрались здесь, чтобы обратиться к нашей власти, к нашему земляку, Володе Вячеславу Викторовичу. На сегодняшний день мы не работаем в течение 90 дней. На данный момент мы не имеем никакой информации об открытии на территории области предприятия общественного питания. Мы просим вас обратить на нас внимание и начать с нами хоть какой-то диалог и ответить на наши вопросы, когда мы откроемся. Многие бизнесы на сегодняшний день работают в ограничительных мерах. И мы тоже готовы все требования Роспотребнадзора в части обеспечения этих мер соблюсти. Мы стараемся сохранить свой бизнес, и за нами люди. Просим вас обратить на нас внимание. Откройте общепит Саратова!